здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Присаживайтесь, спасибо, пожалуйста. Спасибо. Рада видеть вас вновь в этой программе. Я тоже очень рад побывать в вашей программе. Тогда у нас с вами был очень интересный разговор. Мы говорили о религии, помните? Да, мне было интересно. Помню, конечно. Сейчас у вас, я так понимаю, что очень важный этап в жизни, да? Как идет вообще сбор подписей? Я вот в Фейсбуке увидела, что 7500 голосов собрано, и вы там спасибо сказали людям. Вообще тяжело? Довольно тяжело идет. Ну, понятно, что процесс такой, он естественный, и людей нужно убедить в том, чтобы они тебя поддержали. Самая такая сложная проблема, с которой сталкиваешься, вот эти, скажем так, бюрократические несколько таких преград. Одно, нужно из 18 районов минимум 600 подписей. Я тогда сделал поправку в парламенте, к сожалению, не прислушались к этой поправке. Я думаю, что это станет большим препятствием, особенно для независимых кандидатов. Ну и местами где-то Приморье отказывается ставить печать. Я сказал, что вот печать Приморье, она тоже лишняя, потому что у Центральной избирательной комиссии есть электронные регистры, и они всегда могут проверить, если этот человек, он проживает в той местности, не проживает, живая или мертвая эта душа и так далее. Поэтому надеюсь, что закончу успешно, но надо сказать, что процесс довольно такой трудоемкий. Уже приближаясь к цифре 10 тысяч, ну вот это и есть такое переживание, что надо выполнить вот это условие, которое предписано в законодательстве, чтобы из половины районов было минимум 600 подписей. Я позволю себе личное впечатление. Вы знаете, когда уже речь зашла о том, что вы будете, значит, номинироваться на пост президента, я не удивилась, скажу вам откровенно. Да. Потому что, во-первых, ну вы как-то намекали об этом еще в апреле, так, как-то да, тоненько было такое. А второе, я все-таки вас знаю как человека достаточно амбициозного, хотя, наверное, не в одних амбициях дело. Нет, конечно, не в одних амбициях дело. Я так, если сделаю небольшую ретроспективу, в конце 90-х годов, когда я впервые решил идти в политику, ну, было такое искреннее и сильное желание участвовать, скажем так, в строительстве нашего государства. Молодое все-таки было государство, и это и с одной стороны вызов, с другой стороны как-то хочется принять участие в этих процессах. И помню, после парламентских выборов 98 года сформировалось большинство в парламенте. Вы тоже тогда были, помню, активным журналистом в парламенте. Мы встречались, даже в Страсбурге вместе ездили, если помните. Да. Вы тогда в ВДР ходили, были от партии Матепа. Да, от партии демократических сил. Ну, через короткое время мы столкнулись с кризисом, и причем довольно серьезный кризис. Одним из самых серьезных кризисов был вот этот конфликт между президентом и парламентским большинством. Да. И вот для того, чтобы как-то, скажем так, на будущее избежать подобные кризисы, группа депутатов, из которых, в которые я тоже входил, мы решили внести изменения в Конституцию, чтобы президент был избран парламентом, чтобы уйти от прямых, от прямого избрания президента. И, то есть мы решили идти по моделям парламентских стран. И, собственно говоря, мне кажется, это было бы неплохим решением, если не та поправка от партии коммунистов, которые от 51 подняли достаточное количество голосов до 61. И вот эта поправка, она привела, к сожалению, к серии других кризисов. Мы несколько раз не смогли избрать президента, был парламент распущен. Поэтому вот в прошлом году вместе с группой депутатов либерал-демократов обратились с запросом в Конституционный суд. Да, и вдруг, о чудо! Да, и когда я 4 марта туда пошел, мне кажется, даже мои коллеги не верили, не верили в то, что вот это будет такое решение. Но все-таки я убежден, что та поправка, она была большой ошибкой, когда мы приняли эту поправку вместо 51 голоса 61 голоса. Понимаете, тогда была такая конъюнктура. Да, знаете? Конъюнктура была, но я к чему хотел закончить эту мысль. Ага. И для меня очень важно сейчас, вот идя на эти президентские выборы, чтобы мы не вернулись, то есть не наступили на те же грабли, потому что есть такая опасность. Если президентом станет человек, который начнет бороться с парламентским большинством и с парламентом вообще, как институт, скажем, один из важных институтов власти в стране, мне кажется, мы не сможем двигаться дальше. Мы просто войдем в новый кризис. Я решил идти, имея этот опыт за собой, для того, чтобы
быть действительно настоящим посредником между ветвями власти. Мне кажется, нам нужно найти вот это точки соприкосновения. Если мы не найдем этот общий знаменатель, мы не сможем продвигаться вперед, потому что дом, разделенный в самом себе, говорили, что он не устоит. А мы 25 лет, мы только то, что и делаем, и в чем мы преуспеваем, в том, чтобы делить общество на различные группы. Ой, и так далее. Вы знаете, я, наверное, как бы понимаю, о чем вы хотите сейчас сказать, но я думаю, что мы же прошли уже этап, когда президент у нас... нынешний, имею в виду, он не то, что конфликтовал с большинством, ну, на протяжении своего мандата, он практически так, он не дышал, знаете, и тоже как бы случилось то, что случилось. Но я не это имела в виду, я, когда говорила о ваших амбициях, знаете, я на вас посмотрела другими глазами, когда вы не проголосовали тот самый пресловутый закон о равенстве шансов. Я тогда поняла, что у Гелецкого есть характер и есть свои принципы, потому что я знаю, что господин Филат тогда очень ревностно относился к тем, кто не выполнял его поручения, так? Да, это так. Вы вспомнили очень важный эпизод моей политической карьеры. Да, действительно, когда я тогда настал этот момент, голосовать или не голосовать, я очень четко заявил о том, что я не буду голосовать. Были и разговоры об этом. Но прежде чем я согласился идти по спискам Либерал-демократической партии, у меня было такое как бы, ну, негласное соглашение с господином Филатом, что если настанет момент, когда мне придется сделать выбор между решением партии, политическим решением и моими убеждениями, то я оставляю за собой право следовать своим убеждениям. Для меня это было очень важно, потому что, идя в политику, я тоже шел, представляя определенные ценности. То есть я знал, что за мной есть люди, есть электорат, для которых моральные, христианские ценности очень важны. Я не мог просто предать их, и для меня этот голос был бы... Я бы лучше бы ушел с парламента тогда, если бы стоял вопрос остаться в парламенте или уйти с парламента, но чтобы все-таки быть последовательным и верен своим ценностям. И вот в этот момент я так и поступил. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я вообще... так и поступил, потому что, опять еще раз говорю, есть вещи, которые вот проводишь красную линию, говоришь, что дальше я за эту черту не могу перейти. Ну, если об этом заранее знал, да, господин Филат, то это, конечно, он не знал это меняет. То, что настанет, но просто принципиально мы говорили. То есть, имея за плечами определенный политический опыт, я знал, что в политике бывают моменты, когда может быть вот конфликт между твоими моральными убеждениями и тем политическим решением или голосом, который ты должен... А президент, на ваш взгляд, тоже должен руководствоваться исключительно моральными такими принципами? Либо вот будет такая ситуация, как вот, например, президента приглашают поехать в Россию, да? У нас курс на евроинтеграцию. Должен ли президент вот вне своих принципов все-таки сесть в самолет и приехать, потому что ты представляешь страну? Согласен. Несмотря на то, что ты не разделяешь какие-то взгляды. Нет, но здесь мы говорим о политических, скажем так, взглядах. Мы не говорим о моральных, об этических принципах. Для меня вот это важный элемент. Что касается отношений с Российской Федерацией, вообще с любой стороной, я уверен, что будущий президент, он должен сделать все, что от него зависит, построить очень хорошие отношения со всеми странами. Молдова – маленькая страна, и президент играет немаловажную роль во внешней политике. И он должен построить... Но он главный у нас, по сути. Он, собственно говоря, отвечает за внешнюю политику. Да. Вот то, что вы отметили по поводу господина Тимофти, я за уже 10 лет парламентской работы постарался доказать, что я активно выполнял свою роль и свою ответственность. Я не собираюсь быть пассивным. Я, для меня и дальше участвовать в политической жизни, это означает полноценно отдать себя. То есть, как мы говорим условно, 24 часа ты полностью этим дышишь, ты этим живешь, ты это переживаешь и так далее. Вот это нормальное, скажем так, то, что ожидается от каждого политика или от человека, который хочет что-то сделать для своей страны. Поэтому,
возвращаясь к вашему вопросу, я не вижу абсолютно никаких проблем с тем, чтобы встречаться с президентом Российской Федерации, сесть конечно, за стол переговоров. Конечно, мне кажется, это обязанность встречаться да. и с теми, и с теми. И мы понимаем, что решение приднестровской проблемы зависит очень многое, зависит от позиции Российской Федерации. Мы должны найти эти точки соприкосновения, чтобы это все-таки, по крайней мере, сделать определенный такой видимый прогресс в решении этого замороженного конфликта. Никаких проблем в том, чтобы встречаться, беседовать, отстаивать. То есть Зеленский президент, он бы все-таки поехал на саммит? Я бы поехал на саммит, я бы отстаивал бы национальные интересы Республики Молдова, территориальную целостность Республики Молдова, обязательно. Вот те люди, которые за вас подписываются, вот мне интересно, как вы полагаете, главным критерием для них при вашей поддержке являются ваши религиозные или политические взгляды? Ну, давайте скажем так, мне кажется, и не то, и не другое. Я поясню, что я имею в виду. Определяющим являются те ценности, которые нас связывают. То есть я считаю и верю в то, что политик, когда идет в политику, он должен иметь определенные принципы. Он должен, скажем так, взять на себя ответственность, защищать и, может быть, как-то так и продвигать определенные ценности, которые он считает очень важны для развития и процветания своей страны. Потом то, что меня связывает с моими избирателями, как раз являются вот эти ценности. И они являются консервативными, христианскими ценностями. Это не означает, что то есть только религиозный фактор. Мы говорим вообще о широком спектре христианских ценностей, которые объединяют и ценности, которые переходит через конфессиональную какие-то грани, да, потому что я представляю евангельское христианское общество в Молдове. Страна в целом, это православная страна в большинстве своем, но за все эти годы в парламенте у меня никогда не было конфликтов с мажоритарной церковью, когда я представлял определенные ценности, даже тогда, когда голосовал против закона о равенстве, я имел и полную поддержку и православной церкви, потому что это та ценность, и мы говорим о семье, и вот ценности, связанные с семьей, они важны для абсолютного большинства граждан нашей страны. Поэтому вот определяющим, еще раз говорю, являются вот эти ценности, которые мы разделяем, и люди понимают, что я олицетворяю эти ценности, и я готов их защищать. Ну вот я увидела в Фейсбуке, когда вы сообщили людям, что вы хотите баллотироваться, вот как раз люди выделяли именно то, что вы являетесь, значит, человеком религиозным, вспомнили все ваши регалии, то есть вот именно эти моменты, они говорили, что нам как раз сейчас вот нужны такие люди во власти, ну, очевидно, потому что власть пребывает в том состоянии, в каком пребывает. Для меня немножко неожиданно прозвучала ваша инициатива по поводу студентов, поправки в избирательный кодекс. Я сейчас я отвечу по поводу инициативы о студентах. Ну, один важный элемент тоже по поводу того, что вы говорили. В январе прошлого года в Страсбурге я представлял доклад о защите христиан от недискриминации. И причем этот доклад был высоко оценен в том числе Русской Православной Церковью. То есть все понимали, что в Европе сегодня такая ситуация, когда христиан очень часто дискриминируют. И ради политической корректности об этом не очень громко хотят говорить. Поэтому вот это было такой, скажем, уникальный такой случай, когда в Страсбурге была принята резолюция в защиту христиан. Потому что большинство считает, ну, христиане все-таки, они большинство в Европе и так далее. Но это еще раз говорит о том, что есть определенные ценности, ради которых я готов стоять и готов их отстаивать. Что касается этой инициативы? Просто, знаете, обычно за студентов у нас борются определенные политики. Я так посмотрела, в основном это крайне правые. Вот так, еще с Юрия Рожки, когда он был в Народном фронте, помните, он тоже поднимал эти проблемы. И вот всегда традиционно именно они родились за то, чтобы студенты могли голосовать там, где они учатся. Да. Дело в том, что это не новшество в избирательном кодексе. Это не новшество. Это было введено для парламентских выборов. А когда мы готовили или, скажем так, работали над дополнением к избирательному кодексу по поводу выбора президента, вот это было упущено. Было упущено, потому что получилось, что Конституционный суд, он возобновил тот избирательный кодекс, который был до 2000 года,
Вернул просто. Вернул, да, он его вернул. Угу. Но когда мы прошли через него, мы сделали необходимые, скажем так, изменения, чтобы он уже гармонировал с, в целом с избирательным кодексом. Но вот это было просто упущение. И когда был в Центральной избирательной комиссии, они на днях нас пригласили, всех претендентов на функцию президента, и мы общались, и мы говорили о некоторых проблемах, то и эта проблема выскочила. И я увидел в этом просто, это нужно было сделать, потому что эта практика, она использовалась, и мне кажется, было бы некорректно. Студенты, они бы сказали, послушайте, на последних парламентских выборах мы имели право эту возможность, голосовать. А сегодня, оказывается, нам это право не дают. Ничего нового здесь не было, это просто было, с моей точки зрения, просто необходимо было это было поправить то, что мы упустили. Да, ну хорошо бы, чтобы как нарушение при голосовании студентов, как у нас традиционно было, да, как можно меньше. Согласитесь. Соглашаюсь, да, вам полностью потому соглашаюсь. Потому что очень многие на этом спекулировали. Спекулируют, но смотрите, какие у нас отличия. Почему мы явили вот это новшество? У нас, я вам сказал о том, о печати мэрии, да, на этих списках. И Центральная избирательная комиссия, она согласилась полностью со мной, что эта печать не нужна. К сожалению, это другое упущение законодательного органа, что мы ввели обязательно печать при мэрии. Почему? Потому что есть электронный регистр избирателей. И в любой момент, когда-то студент проголосует, если он проголосует в Кишиневе, а затем захочет поехать в свое родное село в Пеленею, то сразу загорится красная лампочка, вы уже голосовали. То есть главное, это электронный регистр. Главное, господин Гелецкий, чтобы наш регистр в это время не завис или не случилось то, что у нас ну, на каждых выборах случается. Бывает иногда небольшие сбои. На последних выборах небольшой сбой был, но потом его восстановили, вроде бы проблем не было. Знаете, вот был недавно опрос, и ассоциация демографов и социологов, значит, и вот председатель этой ассоциации сказал, что респонденты хотят президента с железной рукой, чтобы решал проблемы в стране. Большинство респондентов высказалось за Штефана Челмаря, Влада Цепиша, господаря Александру Лыпушняну, а также за русского царя Ивана Грозного. Вам кто из этих импонирует? Вы бы хотели на кого здесь быть немного похожим? Ну, скажем так, я никогда не был сторонником авторитарной власти и такой железной руки. То, что многие граждане в Молдове желают железную руку, ну, можно отнести к тому, что мы вышли из тоталитарного режима. И я иногда использую вот это сравнение. Богу понадобилась одна ночь, чтобы вывести евреев из Египта, но затем ему понадобилось 40 лет, чтобы вывести Египет из них. То есть наш менталитет тоже нуждается в определенных преобразованиях. И вот то, что мы унаследовали, оно сказывается на нашем менталитете. Нам кажется, что демократическим путем нам проблемы, которые стоят перед обществом, не решать. Если была бы железная рука, то все проблемы мы смогли бы решить. Я не могу согласиться с таким мнением. Если стану президентом, да, я понимаю, что президент должен быть очень активным. Но президент в то же самое время должен уважать норму Конституции, а у нас демократическое государство. То есть волеизъявление народа нужно уважать, ее нужно выполнять. У нас что получается? У нас люди разочарованы, потому что реальность примерно такова. Есть такое изречение, что строгость законов компенсируется слабым их исполнением. У нас, к сожалению, нету вот исполнительной власти. Мне кажется, это тоже связано с менталитетом. Нам не удается научиться жить по букве закона. Для этого нужны усилия, и мы должны через образование, через прилагать все усилия к тому, чтобы люди, как и на Западе, научились жить по букве закона. И тогда мы научимся этому, нам не нужен будет, то есть нам не нужна будет вот эта железная рука. Ну, можно долго рассуждать на эту тему. Мне кажется, что здесь главная причина кроется в том, что вот эти годы, все 25 лет, пока мы строили демократию, уровень жизни людей настолько упал, что они на самом деле поверили в то, что только кто-то, кто придет и будет управлять железной рукой, сможет помочь. Ну, мы видим, вот смотрите, очень много примеров в мире сегодня, когда страны управлялись железной рукой, и мы знаем, чем заканчивались судьбы всех диктаторов. Очень мало таких. Ну, почему все любят Сингапур вспоминать? Там, говорят, вот
Не, ну Сингапур нельзя сказать, что Сингапур. Сингапур все-таки это, может быть, какая-то специфическая, или, как сказать, интересная модель демократии. Китай, понимаете, вот обвиняют в авторитаризме. Страна цветет. Я могу дальше продолжать, но не будем. Есть много примеров, где указывает на то, что все-таки нам надо не забывать вот важный такой библейский постулат, что сам по себе человек, вот существо такое коррумпированное. То есть, собственно говоря, коррупция это не сегодня, не вчера появилась, еще с Эдемского сада. И об этом не надо забывать. Поэтому, когда власть концентрируется в одни руки, это иллюзия, что этот человек, если имеет всю власть, он всегда справедливо будет поступать с этой властью, и все решения, которые он будет принимать, это будет во благо всего народа. Я еще раз говорю, вот это разочарование тем, что сегодня происходит, и приводит людей к таким выводам. Но это может не путь быть развития страны. Я поняла вашу точку зрения, но теперь давайте поговорим о политических взглядах, тем более, что аналитики относят вас к правому спектру. На этот раз очень много правых кандидатов. Я смотрю, они уже не просто обозначились, они уже вовсю воюют друг с другом. Вот заявление буквально вчерашнего, да, позавчерашнего дня, имею в виду господина Стаса, Майя Санду, в общем, много там чего было сказано, но я даже не об этом. В ком вы чувствуете конкурента на правом фланге? Кто для вас конкурент? Мне кажется, любой из кандидатов, которые вы назвали, является в какой-то мере конкурентом на правом фланге. Но я считаю, что мои избиратели, они разбросаны по всем флангам, потому что мы говорим об избирателях, которые разделяют определенные ценности, избиратели, которые рационально как бы так смотрят на ситуацию в стране, избиратели, которые хотят что-то новое, они хотят какой-то альтернативы, они хотят человека, кому они могут доверить, скажем так, судьбу страны. Поэтому я не могу сказать, что мой электорат, он чисто на правом фланге или даже так центр-правый фланг. Мне кажется, он больше, скорее всего, здесь, но он находится и на левом фланге. И поэтому я не считаю, что только вот одни конкуренты или одни кандидаты являются моими конкурентами. Все являются, но очень важно то, что вы заметили. Я решил для себя, что буду строить свою кампанию, не нападая на личность. Ой, если позволите, вот это... я здесь вклиниваю. Да. Вот вы говорили так. Буду относиться ко всем конкурентам с уважением, но вместе с тем я обозначу элементы, которые сделают меня уникальным кандидатом на этих выборах. В чем же ваша уникальность? Моя уникальность будет в том, что спектр вот такой широкий. Уникальность в том, что я хочу фокусироваться на определенных ценностях и не нападать на личность. То есть определенные проблемы, мы должны эти проблемы обсуждать, исключая нападки на личность. И я бы хотел, конечно, не знаю, как другим конкурентам удастся, но я для себя принял такое решение, независимо от того, что будут нападать на меня. То есть вы не будете отвечать? Я не буду отвечать. То есть я не буду отвечать, скажем так, той же монетой. Я, если отвечу, отвечу своей позиции по поводу той или иной проблемы. В чем моя позиция отличается от позиции моего оппонента? Ну, это такая позиция, ну, она, знаете, так красиво звучит, но на деле вообще-то сложновато, когда тут... Сложно, да, согласна. Кандидаты, я смотрю, уже такое друг другу повспоминали. Хорошо, если вот говорить по поводу того, где вы все-таки находитесь, вот вы говорите и те, и те, и те, вы рассчитываете, что за вас будут голосовать, тогда давайте поставим вопрос по поводу оппозиционности к власти. Вот вы власть критиковать будете? Вы будете как оппозиционный кандидат? Ну, я буду критиковать, скажем, те решения власти, которые считаю, что они не во благо страны. Но вопрос, как вопрос поставлен, я немножко с ним не согласен. Я поясню, почему. Если, например, взять, вы вспомнили господина Дадона, да? Он сегодня представляет парламентскую оппозицию. Да. Господин Дадон решил идти на эти президентские выборы.
Но его цель не стать президентом-оппозиционером, но быть у власти. И, собственно говоря, суть политической борьбы, чтобы прийти к власти, иметь рычаги для того, чтобы что-то хорошее для страны сделать. И вот это разделение на власть и оппозиции в этой ситуации, мне кажется, оно нерелевантно. Каждый кандидат, который устремился в этой гонке, он стремится к власти. И когда станет, даже если он сегодня считает себя в оппозиции, если станет президентом, он уже не будет в оппозиции, он будет у власти, потому что у него будет очень важный институт власти в своих руках. И вот это нужно помнить. А что ты делаешь, когда ты находишься у власти? Что ты делаешь с этим инструментом или с этим институтом, части которого ты являешься? Поэтому, с моей точки зрения, говорить сегодня о том, что кандидата можно разделить на те, которые от власти и от оппозиции, немножко неправильно. Ну, почему же неправильно? Вот смотрите, ну, господин Лянко. Господин Лянко, он честно подписал соглашение, да, значит, с правящей коалицией. Он на правящую коалицию не нападает. Он критикует того же господина Дадона, как мы видим, да? Он критикует других представителей. По геополитическим, да, скажем так, а соображениям он этого не делает. У них есть разные взгляды, и понятно, что... Это я к тому, что моя теория имеет право на жизнь, нет, знаете? Я не говорю, что ваша теория имеет право на жизнь, но я сказал, что вот в этой президентской кампании, мне кажется, поскольку все кандидаты стремятся стать президентом, то вот немножко нерелевантно сказать о том, что у власти или не у власти, потому что человек, если сегодня не у власти, а завтра станет президентом, он окажется у власти. Потом... Я поняла ваше. Ну, да. Смотрите, если даже одна политическая сила под названием «Наша партия», она вообще всю свою кампанию на чем построила? То, чтобы парламент распустить. Да, нет, на оголтелой критике именно власти. То есть они считают, что власть настолько на сегодняшний день принесла вреда, что если этого не сделать, то... Да-да, их позиция есть... понятна и так далее. Я стараюсь быть самокритичным с самим собой и, в частности, с властью в тех вопросах, где, например, правительство приходит в парламент с определенными законопроектами. Я всегда очень активно критиковал их, всегда делал поправки и так далее, потому что я так понимаю политический процесс, чтобы своим участием сделать все, что от тебя зависит, чтобы улучшить жизнь граждан, иметь более совершенное законодательство, когда принимается какое-то решение, учитывать все возможные последствия принятого решения и так далее. Хорошо, вот если вы не выходите во второй тур, а пока опросы, в вопросах вы не числитесь как один из лидеров, но вы будете призывать своих избирателей, значит, за кого-то проголосовать? И преимущественно это будет кандидат от правых партий? Ну, начну с того, что каждый кандидат поставил перед собой задачу как минимум выйти во второй тур. Поэтому на первом этапе я буду следовать, скажем, вот этой цели. Если не выйду во второй тур, то, естественно, я очень внимательно проанализирую ситуацию. Сегодня рано говорить о том, как я поступлю, потому что я не могу просто так подписать чистый лист бумаги и сказать, что я поддержу того или иного кандидата. Понятно, моя поддержка будет зависеть от позиции того кандидата и, в частности, какая у него будет позиция, что касается моих ценностей, которые для меня очень важны. Если я увижу или услышу от этого кандидата, что он готов защищать или, скажем так, вот эти ценности тоже олицетворять и представлять, то, естественно, что в таком случае я сделаю призыв своим избирателям, чтобы они его поддержали. Но на сегодняшний день, еще раз говорю, мне кажется, рановато об этом говорить, и я вот такой элемент хотел отметить. Компания, к сожалению, многие кандидаты, они взрывают все мостики. И забывает о том, что сжигают все мосты, и забывает, что жизнь продолжается после 30 октября, и не оставляет ни одного, скажем так, мостика, чтобы друг другу дать руку. И это очень жаль, потому что в таком случае явно будет тяжело сделать какой-то призыв. Компанию нужно вести таким образом, оставить место для того, чтобы после 30 октября найти себе партнеров, найти себе коллег, чтобы победить в эти выборы. Все-таки мы одна страна, мы одна семья, мы не можем так страну разделить таким образом, чтобы опять вот эти разделения были непримиримыми, понимаете как? Что вы думаете о фальсификациях, о которых так много говорят кандидаты в президент? Я имею в виду вот списки и так далее.
Ну, о фальсификациях на всех выборах говорят. Я не имел никаких доказательств в предыдущих выборах, что были фальсификации. Какие-то технические ошибки были. Были международные наблюдатели, они готовили эти доклады. И все выборы, вот, скажем, да даже начиная от 98 года, с тех пор, как я включился активно в политическую жизнь, я не помню, чтобы какой-то доклад говорил о том, что наши выборы были сфальсифицированы. Критики были, но то есть вот эти критические ноты, они не сказывались в целом на общий результат выборов. Поэтому я довольно оптимистически смотрю на то, что выборы пройдут хорошо и не должно, скажем так, нет оснований сегодня, чтобы серьезно об этом переживать. Хотя и определенные ну, сигналы люди есть. Люди там посчитали, да, что у нас там, получается, избирателей больше, чем жителей, знаете, это как-то... Ну, определенные, скажем, тревожные сигналы есть, но они связаны в основном, знаете, с чем? С использованием административного ресурса, мне кажется. Вот здесь вот тот факт, что кто-то очень быстро зарегистрировался и так далее, явно чувствуется, что административный ресурс был использован на все 100. Я в беседе с послом Соединенных Штатов Америки, то есть вот эти были высказаны некоторые, скажем так, переживания по поводу того, потому что надо признать, что в выборах не только подсчет голосов имеет важное значение, но и сама кампания имеет очень важное значение, сам процесс имеет очень важное значение. Поэтому к процессу, да, есть некоторые, скажем так, замечания к самому процессу. А к подсчету голосов, посмотрим, я говорю, подсчет до сих пор, насколько я знаю, не было таких серьезных нарушений. Помните, даже когда в 2009 году, когда Конституционный суд тогда решил, чтобы, или даже, я не помню, мне кажется, господин Воронин по его инициативе решили, чтобы пересчитать да. голоса. Это было чтобы, после 7 апреля. Да, после 7 апреля, чтобы успокоить общество. Пересчитали, собственно говоря, не было обнаружено какие-то нарушения. Там, может быть, какие-то мелкие, опять какие-то технические, скажем так, пробелы. А каких-то серьезных нарушений в том, что вот не правильный был подсчет голосов, до сих пор у нас не зафиксировано. Я хочу поговорить с вами о внешнем факторе в этой кампании. Давно у нас же не было всенародных президентских. Вот скажите, насколько он будет сильным, этот внешний фактор? Вот смотрите, вчера или позавчера вижу фотографию господина Лянка с госпожой Меркель. Я просто помню, когда господин Дадон сфотографировался с господином Путиным, как все возмущались. Надо ждать фотографии, не знаю, кто-то с Обамой может сфотографироваться, вот мне уже, поехать и кто бы это мог быть. Поехать в Вашингтон сфотографироваться с господином Обамой или с Трампом, не знаю. Ну, сейчас можно и с Хиллари, да, сфотографироваться. С Трампом, с кем-то из них сфотографироваться, на всякий случай с обеими, чтобы так. Да. Чтобы наверняка заручиться поддержкой Соединенных Штатов. Ну, если серьезно. Ну, внешний фактор для Молдовы имеет значение. Да. Он всегда имел. Страна наша находится вот так географически, так между Западом и Востоком. И вот это оно сказывалось на предыдущей кампании. Мне кажется, в этой кампании этот фактор будет менее влиятельным, хотя он свое слово скажет. Почему менее влиятельным? Потому что я так, по крайней мере, встречаясь с людьми, чувствую, что многие люди устали от геополитики, они все-таки хотят что-то хорошее, доброе для страны. Геополитический вектор очень важен, но если он только используется декларативным путем, он не материализуется в какие-то блага для граждан, то люди уже либо устают, либо уже не верят в эти геополитические призывы. Давайте объединимся, давайте присоединимся, давайте на Запад, давайте на Восток. Ну, очень многие как раз именно этим и пользуются. Я вот слышу, вот у нас несколько партий идет под лозунгом евроинтеграции, да, только согласен. Европа, нет Востока. Там. Я согласен. Я говорю, что лозунги используются, но я говорю о своем восприятии, вот как эти лозунги, они сказываются вот на наш электорат. Для меня очень важно, чтобы у нас были очень хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком. Очень важно, чтобы мы выбрали те ценности и впитали все самое хорошее
которое оно может материализоваться в процветании, в улучшении благосостояния жизни наших граждан. Это очень важный фактор, потому что нам нужны инвестиции, нам нужно открывать рабочие места. Без того, чтобы у нас были хорошие доверительные отношения с развитыми странами, это и рынки сбыта, это и инвестиции, все это нужно учитывать. И вот эта такая разумная внешняя политика, она станет благословением для страны. Говоря о том, вот, с кем фотографироваться, я думаю, что да, здесь какие-то месседжи, они посылаются, они опять, может быть, немаловажные, но по поводу критики в адрес господина Дадона, тогда на билбордах были эти фотографии, насколько я знаю, избирательный кодекс уже запрещает, да, использовать, конечно, на билбордах вот такие фотографии, конечно, на, скажем, в социальных сетях это никому не запретишь, с кем-то фотографироваться, общаться с кем-то. Да. Это на своем месте. Мне кажется, это неплохо. А вы бы с кем-то, вот, если бы у вас была возможность, сфотографировались, а с кем? Из лидеров политических. Да, у тебя, если есть какие-то контакты, например, я когда был в парламентской ассамблее Совета Европы, председатель парламентской ассамблеи Совета Европы, он тоже сделал такую как бы рекомендацию в том, что он считает, что господин Гелецкий был бы хорошим президентом для Молдовы. Ввиду моей, скажем так, внешней политической деятельности. Да, уже сколько лет там, да, уже 10 лет, да. Поэтому да, есть и лидеры, да. Знают, по парламентской линии есть многие председатели комиссии по внешней политике, иногда и председатели парламентов, с которым лично знаком, люди, они поддерживают, скажем так, по крайней мере, они морально говорят, мы тебе успеха желаем и так далее. И для меня это важно в другом аспекте, в том аспекте, о котором я говорил, что будущий президент, он должен уметь построить вот эти отношения, хорошие отношения с государствами, которые вокруг нас, с европейскими государствами, ну и в том числе с Соединенными Штатами Америки, потому что нельзя отрицать роль Соединенных Штатов Америки в мире и в нашем регионе. Ну да, я когда слежу, да, вот, о симпатиях, да, вот наших избирательных конкурентов, то заметила, что у вас, конечно, очень много именно проамериканских, вот вы именно постов. То есть вы, не знаю, в посольство, по-моему, несколько раз ходили, выражали соболезнования, да? Да. Было да, такое? Было, конечно. Хорошо, вот смотрите, сейчас у нас такая битва разворачивается на наших глазах. А может, действительно правы те, кто говорит, ну что там биться за этот пост президента, если он, по сути, ну мало что решает. Да, если посмотреть по его полномочиям, значит, то в принципе все полномочия у нас у парламента и немножечко там у правительства. Если вам такое счастье вот доведется быть, как вы считаете, президенту всенародно избранному нужны дополнительные полномочия? Надо отметить тот факт, что в 2000 году, когда Конституцию мы меняли, мы не изменили компетенции президента, мы изменили только путь избрания, форму избрания президента. А компетенции остались те же. Вы же помните, как господин Воронин, будучи избранным парламентом, он использовал свои компетенции на все 100. А все зависит от личности. Если человек, опять, он проактивный, он делает все, не что от него зависит. Не только от личности. Воронин знал, что у него в парламенте 71 депутат. Согласен. Это тоже немаловажный фактор. Это тоже очень такой важный элемент. Но, тем не менее, мы говорим сегодня о том, что у президента есть все-таки очень важные компетенции. Президент отвечает за внешнюю политику. Президент и будущему президенту Молдовы, если Конституция будет изменена так, как предусмотрено, он назначит нового генпрокурора, он назначает судей, у него есть законодательная инициатива, он отвечает за безопасность страны. Он верховный главнокомандующий и Совет Безопасности он возглавляет. Угу. Поэтому есть довольно много рычагов у президента, чтобы он способствовал развитию страны. С другой стороны, потому у нас есть парламент, потому есть правительство, чтобы они решали экономические, социальные проблемы. Я не сторонник, чтобы у нас была президентская форма правления. Мне кажется, вот эта форма правления, которая у нас есть, она как раз гарантирует вот то, что властью никто не будет злоупотреблять. Может быть, она более сложная форма, но тем не менее она заставляет всех актеров, чтобы они искали точки соприкосновения, если у них есть
действительно желание что-то доброе для страны сделать. Я из этого исхожу. Я понимаю, что нужно сесть за стол переговоров, нужно сесть, говорить со всеми политическими силами, чтобы найти вот этот общий знаменатель. Как в вашей семье восприняли ваше желание баллотироваться в президенты? Ну, как восприняли? С одной стороны, так... Сказали, да, здорово, и сказали, ой, ну, может, не надо, вот нам так хорошо без камер живется, да, нас не снимают. Определенные переживания есть, особенно у жены, у дочери, у них есть определенные переживания, сыновья, они более так поддерживают, но в целом все-таки есть поддержка семьи, без поддержки семьи в такую битву не пойдешь. То есть, в принципе, они вам помогают сейчас вот в компании? Да, конечно, они помогают, они поддерживают, переживают вместе со мной все, что происходит. И понимают, что это большая ответственность, ложится не только на мне, а в целом на семье. И мы так стараемся разделять все вот это вместе, и радость, и переживания. Потому что знаю, что семья для вас очень много значит. Да, очень много значит. Очень много, да, вы всегда об этом говорили. Вы как-то сказали так: я уверен, что Бог подскажет мне, когда придет время, что я должен сделать, чтобы служить народу. Это время пришло? Ну, я скажу вот следующее. Я это решение принял тоже после того, как рассуждал, молился об этом. Я вообще решение в жизни принимаю после того, как провожу время в молитве, размышляешь над этим. Особенно ответственные решения я не принимаю так скоро, скажем так, на быструю руку. И для меня вот элемент Божьего провидения в моей жизни очень важен. Я всегда старался жить под водительством Бога, то есть живу верою. Читаешь Писание, размышляешь об этом, советуешься с другими людьми, которые тоже могут духовно тебя наставить и посоветовать, как правильно поступить. И вот это решение тоже является результатом, скажем, вот этих анализов, молитв, сделать вот этот шаг верой. Какой самый дельный совет вы получили вот в своей жизни? Самый важный для вас, вот, самый значимый? Ну, для меня я бы сказал так, что вот мне дома, когда я еще был, скажем так, подростком, вот этот совет, который я получил от своих родителей, и в частности от мамы: делай все, что от тебя зависит, а Бог сделает все остальное. То есть живешь по принципу, что все, что от тебя зависит, ты делаешь. Ты не все в этой жизни сможешь сделать. У атеистов есть альтернативный вариант. Делай, что должен, и будь, что будет. Нет, я не живу по принципу «будь, что будет». Делай все, что от тебя зависит, а в остальном полагайся на Бога, потому что все-таки Бог управляет этой вселенной, Бог управляет нашими жизнями. Нужно довериться Богу, нужно вот это доверие, оно очень важно, потому что дает тебе мир, дает покой. Даже если иногда не получается так, как ты запланировал, живешь по принципу, ну, если Господь так допустил, принимаешь все как от Бога, и ты не... скажем так, не ропчешь перед своей судьбой. Это очень важный элемент для внутренней гармонии. Это важно уметь. Не все люди способны так к этому относиться, вот, знаете. А вот эта личная вера в Иисуса Христа как раз помогает. Вот этот очень важный такой элемент. Потому что, мне кажется, это и с моральной точки зрения очень важно. Если мы говорим о больших моральных проблемах в нашей стране, а если у человека нет личной веры, то и нет личной ответственности. А как раз вот этот фактор нам не достает. Мы говорим, есть такая хорошая известная книга, написанная Максом Вебером, «Этика протестантизма и дух капитализма». Мы хотим построить вот эту такую как бы западную модель. Но в западной модели один из важных элементов как раз была вот эта протестантская этика, где фактор личной веры играет важную роль. В следующем году, кстати, исполняется 500 лет с тех пор, как Мартин Лютер, скажем так, начал свою реформу. Да. И появилась впервые вот эта ветвь христианства, называемая протестантизмом. Кстати, президент Украины Порошенко подписал указ о том, что в следующем году на Украине, это была как бы целая, скажем так, программа государственная в ознаменовании вот этот 500 лет со дня реформы Мартина Лютера. Потому что протестантизм, он играл очень важную роль в развитии западной цивилизации. И для меня вот эта роль личной веры играет важную роль и в личной жизни, но и в общественной, и в политической жизни.
И я так понимаю, что при любом исходе вы не будете жалеть о том, что вы ввязались в такую авантюру под названием, да, выборы президента. Нет, конечно, я все принимаю как от Бога и говорю, чтобы все во всем совершилось Его воля. И если сегодня это не совершится, оно, может быть, завтра совершится. Если даже вообще, посмотрите на историю христианства, да, 11 учеников. Кто бы мог допустить, что 11 человек, они мир изменят? Но если они верой ушли, и наша страна стала христианской, потому что была небольшая группа людей, которые поверили, они вот были верны своему призыву, и таким образом христианство распространялось по миру. Есть определенные ценности, которые ты когда-то последовательно, ты веришь в это, то они все равно дают, в какой-то день они обязательно принесут какой-то успех, какой-то плод. Наше время вышло. В одном с вами сразу соглашусь. Вообще, конечно, были еще моменты, где я с вами была согласна. Это то, что необходимо этот мир как-то менять. И делать это должны, наверное, такие люди, по-хорошему сумасшедшие. Благодарю вас за эту беседу и заканчиваю так, как и со всеми, потому что я говорю так, я желаю вам удачи, равно как и всем другим кандидатам на эти выборы. Спасибо большое, и вам тоже успеха в вашей работе. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.